Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, бела лапа не скули, мою детку не буди. Мамочка, почему такие деревья большие? Спи, сыночек, спи, хороший мой. Вырастешь большой, красивый, сильный. Мамочка, я тебя люблю. Постарела мать за много лет. А вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать. Потому что верят. Потому что мать. Ну на что надеется она? Много лет как кончилась война. Много лет как все пришли назад. Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село? Мальчиков. Без усых не пришло. Раз в село прислали по весне. Фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Будто сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, что он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили. Да беги! Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, будто сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.